В Будапеште прошли памятные мероприятия, посвященные 70-й годовщине насильственного переселения в гетто венгерских евреев. В июне 44-го министр внутренних дел Венгрии приказал создать в Будапеште гетто. Под это было выделено 2000 домов, помеченных желтыми звездами Давида и огороженных стеной. Сюда планировалось переселить 220 тысяч евреев. «Всю мою семью убили», — рассказывает корреспонденту Евроньюс Хайнал Карадо. «А я перебегала с места на место, пряталась повсюду. Тогда я была совсем молодой, 24 года». «Мы не можем жить в городе, если не знаем и не понимаем, где живем, не думаем об этом и не пытаемся глубже узнать его историю», говорит один из организаторов памятных мероприятий. В субботу дома в Будапеште, когда-то отмеченные желтыми звездами, посетили тысячи жителей венгерской столицы. С середины мая по начало июля 44-го в лагеря смерти были отправлены свыше 400 тысяч венгерских евреев. Большинство из них погибли. В Будапеште из 2000 домов со звездой Давида 1600 существуют до сих пор, и сегодня в них живут тысячи людей, говорит корреспондент Евроньюс Андреа Хайогас, которая, как оказалось, также проживает в таком доме.